В Ферсановке оборудуют новую парковку рядом с храмом Георгия Победоносца. В ближайшие дни рабочие уложат песчаный слой, а после – гравий. Напротив строящейся уже есть парковка, но ее площадь весьма мала. Оставить машину на обочине не совсем удобно. В дни богослужения нам очень не хватает парковочных мест. И, соответственно, надеемся, что после того, как нам сделают парковочные места, их хотя бы на какое-то ближайшее время хватит, и будем надеяться, что в будущем мы только будем расширяться. Обустройство парковки идет в рамках благоустройства общегородского пространства с привлечением инвестора. Площадка рассчитана на 18 машиномест и будет соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Помимо Ферсановки, новые парковки у храмов появятся и в других районах. Сейчас комплексно у нас 6 храмов заявлено. По дороге сюда, в Ферсановку, мы видели, идет такая же работа в отношении храма Матроны Блаженной в Сходне. И в Новохимках тоже еще 4 храма, которые также будут обеспечены дополнительными местами парковочными. К концу года в Химках обустроят еще порядка 100 новых парковочных мест.